Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. У меня сегодня... Сейчас расскажу, что всем, кто собирается есть. Кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. Я, короче, уже не знала, что приготовить. И мне пришла в голову такая идея. У меня в холодильнике стояла банка лечо. Мама делала... А помните, я ела лечо? Вот. И у меня в морозилке я нашла сосиски. Я как-то замораживала, помню, у меня была большая упаковка, помните, я рассказывала? Я заморозила. Ну, нормально. Я достала эти сосисочки. У меня еще есть лучок репчатый, тут соли насыпала, буду есть. И думаю, сделаю-ка я спагетти, пасту. Пасту с сосисками. Короче, кому интересно, рассказываю. Обжарила большую луковицу. С сосисками вместе обжарила. Потом вылила туда лечо. Почти банка вся туда ушла. Протушила это. Отварила спагетти. И выложила потом спагетти в эту вот массу. Сейчас вот пробую. Ну, интересно. Знаете, такое сладковато. Сладковатый вкус. Ну, за счет лечи, потому что это перчик. Но интересно. Не просто макароны, знаете, с сосисками поесть. А какое-то разнообразие. Может быть, не каждый это стал бы есть, потому что, еще раз повторю, что это как бы сладковато. Но мне нравится. Я теперь снимаю все. Я думаю, что... Знаете еще что? Я вот, например, думаю, может быть... Я уже про это, кстати, говорила. У меня не всегда время есть. Надо было ложечку еще взять. Продуктовую там закупку, может быть, какую-то. Либо там вот, например, с фикс-прайса. Я книги купила, хочу вам показать. Какие книги я купила в фикс-прайсе. У меня есть видео с этим, с открытками. Ну, я его снимала для Ютуба, для своего основного канала, который называется Пушьяна. Вот. И я могу его, кстати, выложить сюда, на Дзен, если вам будет интересно. Там обзор на открыточки, которые я заказывала на Wildberries. Пишите, выложить, нет? Просто получается, что мой мукбанг... У меня есть немножко соевого соуса. Ой, остатки сладкие, обожаю соевый соус. Потому что мне сластит. Я немножко как бы подсолю. Что я говорила? Забыла. Потому что уже я так немножко еще майонезик. Мой мукбанг плавно перетекает уже, знаете. Я уже и фотографии там какие-то стала выкладывать. Свои, своего там фотоальбома из галереев. Может быть, кому-то это будет неинтересно, потому что люди же подписывались на меня как на мукбангера, а я начну вот тут еще всякую фигню подснимывать, показывать вам. Ну вот, знаете, я думаю, так, например, летом поехать на дачу, снять вам там что-нибудь, цветочки, что мама мне посадила. Ну, такое. Там поехать в парк погулять, поснимать там уточек каких-нибудь. Будет ли это интересно просто, потому что в основном же здесь пройду. Пишите в комментариях. Блин, я так лук люблю. Я не знаю почему, я очень люблю лук. Телевизор работает, идет этот «Шоколадная фабрика» Вилли Вонга, что ли. Я видела этот фильм. Интересно, мне нравится. Я его уже не один раз видела. Ммм.
Знаете, вкусно. Я давно такого не ела. Интересное сочетание, немножко сластит. Ну, конечно, понятно, что... Ну, короче, паста эконом-варианта. А то лучше бы это стояла бы, баночка, стояла бы. Я чуть-чуть поела, и все. Спагетти какие-то такие, знаете, не очень хорошие. Потому что, ну, там где-то я их покупала, кстати, в Магните за 80, что ли, рублей. Они что-то разломались, хотя я их не ломала, когда варила. Я вот только со сковородочки. Это мне на ночь глядя уже стукнуло в голову, чем-нибудь приготовить. Ну, не стала на завтра откладывать. Потому что это сейчас вкусно, с пылу, с жару. Ням-ням-ням. Морда блестит. Горячо. Я еще туда чеснок добавляла. Да. Меня спрашивали под каким-то видео, я отвечала в комментариях, но здесь расскажу еще. Там макароны с сосисками, я же всегда, ну не всегда, но бывает частенько, добавляю в макароны этот, кто он, соевый соус и чеснок. И меня спрашивали, если у меня муж так же и дочка. Муж ест, ему нравится. Поела лучку. Ну ладно. Достаточно будет. Хотя можно из пола поесть, ничего страшного. Мы люди не гордые. В общем, муж ест, ему нравится. А Ева, у меня дочка, она... Вообще у меня в еде такая, она непривередливая, нет. Но она ест то, что все просто, я всегда отдельно варю. Просто суп куриный, просто борщ, не любит никакие приправы. Там котлетки куриные любит там. Она очень любит еще картошку с тушенкой и макароны с тушенкой. Ну, так, ест все. Ну, вот такое вот нет. Финдиперсовое, так сказать. Она бы не стала есть. Если бы просто макароны с сосисками были, тогда бы она просто поела. Так что вот такие дела. А муж, да, любит. Вкусно. Но сегодня погода такая отвратительная на улице была. Такие тяжелые облака, прям, знаете... Серые. Я уже начинаю наедаться. Очень вкусно. Кстати, знаете, мое видео на ютубе с бульоном с куриным так хорошо выстрелило. Ну, показатели хорошие. Просмотр, хотя я думала, его вообще смотреть не будут. Я думала, на ютубе такое неинтересно никому. А оно тут фу. Представляете? И многие мне написали в комментариях, что нравится им смотреть супы. Понимаете? Так что я все хочу сырный суп сварить или луковый. Я уже объелась. Очень сильно. Опять мне напишут. Мне многие пишут. Ну, не часто, но бывает. Типа, почему ты, зачем ты столько накладываешь? Ну, конечно же, в большинстве своем для картинки. Я всегда говорю, я неправильный мукбангер. Я никогда, ну, практически никогда... Не доедаю. Но это чтобы было красиво, интересно было смотреть. Конечно, я столько не осилю. Я говорю, я какую-то японку или кореянку, или кто она, не знаю, в общем, смотрю.
Блин, она столько ест, я вообще не представляю, как в нее столько входит. Как? Короче, все. Я еще попить ничего не взяла, сейчас бы попила. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, кто на ютубе смотрит. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новый мукбанг. Всем приятного аппетита и всем пока-пока.